у нас уже собрано. Не напоминает никого? Собираю большую машинку. Колеса в этой машинке будет всего два. Вот это, наверное, для прочности в середине. Подоконник черный, как и в предыдущей машине. Собираю задние фонари. Вот тут деталь с наклейкой, и цифры должны ставиться вот сюда, к задним фонарям. С другой стороны так же. То сюда будут крепиться зеркала. А вот тут теперь ставится решетка. Главное, чтобы они были серебряными. Они тут блестят. Сначала прикреплю решеточки.
Вот. Сейчас буду собирать фары. Они будут прикрепляться на вот такую большую штуку. Они встречаются на больших шипах. Капот. Тоже решетки вентиляция. К вот этой крепежке. И еще красный подоконник. Но он не под окном, а над окном. Когда вбросим сверху фары, много, это называется люстра. Собираю люстру. Ставлю палку. Теперь прикрепляю по одной люстре. Раз, два. Три. И последний. Четыре. Теперь ставлю переднее зеркало и зеркало. Тоже будут решетки. А вот это крыша от поезда. Вместо задних колес целый механизм. Теперь соединяю их вместе. Вот.
такая тележечка. Здесь на вот этих колесиках она не будет. Тут все с обратной стороны. Мы присоединяем к машине. Представляю, я думаю, что лучше перевернуть тележку. Ой-ой, смотрите. Вот тут все ровно. Тут тоже. И тут тоже. Вот так и должно быть. И вот тут такой. И видите? И тут такой. И они вот так стоят. Проверяю то, что все правильно. Покрутим колесики. О, все правильно. Да. Мы надеваем вот такие шестеренки. Можно 44 вот таких вот части гусениц. Вот, представьте, у нас число 44. Берем одну число 4. Разделяем ее пополам. Сколько осталось? Нет, 2. Берем вторую четверку, разделяем ее пополам. Будет 2. Соединяем эти двойки и получается 22. Считаем один вот такой кусочек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут 10. Закладываем еще одну такую. И смотрим, они одинаковые такие или нет. Подумка рядом. Ну, как бы сказать. Я не очень поняла. Пока что нет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И там, и там 10 означает, что тут и тут 10. Будет у нас равно эти. Теперь третью и четвертую. Все то же самое. Читаем. 1, 2. 3. Все одинаковые. Мне нужна половина. 22. Это у меня 20. А мне нужно 22. Сколько мне еще добавить? 2. Беру вот такую и рассоединяю.
Вот. У меня есть еще две. Зимним в одну длинную колбаску. Раз. Получилось 10+2. Будет 12. А теперь еще собираем. Может быть, меня цели. Но нет. Я не хочу меняться. 12+10. Сколько будет? Будет 22. Собираю вторую такую же. Начнем с того же. Так, проверяю, они одинаковые или нет. Да, они одинаковые, значит, правильно. Теперь прикрепляю гусеницы. Переворачиваем. Ставлю. Ой-ой, кажется, не получается. Смотри, как она едет. Ту-ту-ту-ту-ту. То же самое делала со второй. Я пристегнула. Вот, смотрите, как она сейчас поедет в доме. Надеваю колеса и цепочку. Теперь закрепляю цепочку. Теперь этого человечка ставлю в кабину. Только надо поднять крышку. Вот, теперь она поедет. Опа! Ой, эта машина застряла. Надо ее вытащить.